Областной центр Брещины вечером становится похож на город из сказки. Это совсем не преувеличение. Кто не верит нам на слово, может и, если честно, просто должен проверить это лично. Такую красоту нельзя пропустить. Сразу несколько новогодних фонтанов бьют ярким ключом. Один на Орджоникидзе, второй на кольце Варшавского шоссе. Мириады праздничных огней украшают площадь Ленина. Но то ли еще будет, впереди открытие главной городской елки. Пока сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия, которое, к слову, устанавливали и подключали, большинство новогодних подарков, не разглашают главную интригу недели, но обещают много сюрпризов. Все эти объекты мы как только готовим, сразу подключаем, пускай они работают. А вот уже два объекта, это московская елка и центральная елка, у них назначены даты. Это 16-17 числа, соответственно, и, естественно, все будет включаться в полную силу в указанные даты. Участие в украшении города также приняли предприятия организации областного центра Брещины. Фасады многих зданий приобрели особый праздничный вид. Ярким примером сказанному может служить открытое акционерное общество «Савушкин продукт». Его сотрудники креативно подошли к вопросу украшения и территории возле самого завода и в близлежащем парке Мира. К слову, представители некоторых организаций города вносят новогодние рождественские изменения не только в свой внешний облик, но и в выпускаемую продукцию. К примеру, берестейский пекарь сегодня изготавливает необычные пряники в форме петуха, символа 2017 года. Так как в 2017 году год петуха, и мы своих покупателей хотели бы порадовать таким пряником, чтобы он им принес удачу, как золотой гребешок, чтобы у них было здоровье, счастье. Работники берестейского пекаря производят продукцию с хорошим настроением, чтобы частичка добра пришла в каждый дом, особенно в новогодние и рождественские праздники. В числе сладостей от пекаря, которые окажутся впору к любому праздничному столу, торты, украшенные в стилистике приближающихся торжеств. А отправляясь в гости, не забудьте прихватить в качестве угощения набор «Рождественские вечера». В коробке вкуснейшие заварные пряники с фруктовой начинкой в шоколадной белой глазури. А сама упаковка, разработанная специалистами, сделает подарок радующим не только вкусовые рецепторы, но и глаз. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.